Приветствую подписчиков, зрителей, гостей моего канала. Сегодня на обзоре три банкноты. Это банкнота Македонии, Узбекистана и Молдовы. Итак, первая банкнота — Республика Северная Македония, 10 динаров, 2020 года выпуска. Банкнота изготовлена из полимера. На лицевой стороне справа изображен мраморный торс статуи Исиды 2 века до нашей эры. Обнаружены в одном из культовых сооружений, посвященной богине, в городе Охриде, Северной Македонии. Исида – древнеегипетская богиня женственности и материнства, покровительница рабов, ремесленников и угнетенных. А также изображение золотой серьги в форме полумесяца, Македонское царство 4 века до нашей эры, найденное возле села Биранчи в общине Белота. С левой стороны на белом поле прозрачное окно в виде стилизованного рисунка павлина, совмещающийся рисунок капители, античный бюст пожилого мужчины, чей именно я пока не нашел информацию. Также присутствует дата выпуска банкноты, скопия, апрель 2020 года, подпись управляющего банка, название банка-эмитента и обозначение номинала банкноты прописью и цифрами. На оборотной стороне изображение павлина с фрагмента напольной мозаики византийского баптистерия церкви города Стоби, община Градска, 5-6 век нашей эры, а также название банка-эмитента, номинал банкноты прописью и цифрами и серийный номер банкноты. Из защитных элементов имеется ныряющая лента с микротекстом и рельефная печать из 6 вдавленных точек. Размеры банкноты 126 на 63 мм. Доминирующие цвета фиолетовый, розовый, синий, желтый и зеленый. Водяной знак отсутствует. Все надписи на банкноте на македонском языке. Банкнота 10 динаров 2020 года отличается от банкноты 10 динаров 2018 года в подписях управляющих и названием банка-эмитента. На банкноте 2018 года надпись в нижней части «Народный банк Республики Македонии». На банкноте 2020 года надпись «Народный банк Республики Северной Македонии». Напомню, что с 1991 по 2019 год между Грецией и Македонией возник спор относительно права последней именоваться Македонией. В 2019 году республика была переименована в Северную Македонию. Вторая банкнота — Республика Узбекистан, 2000 сумов, 2021 года выпуска. На лицевой стороне слева изображение Бухара-Арка, древняя цитадель в Бухаре в современном Узбекистане, воздвигнутом в 1 веке до нашей эры и перестроенной в 9-10 веках нашей эры. Монументальная крепость, возвышающаяся почти на 20 метров над уровнем окружающей местности и занимающая площадь около 4 гектаров. Крепость является самым древним архитектурно-археологическим памятником Бухары. Она считается самой древней частью города с многовековыми наслоениями разрушавшихся сооружений, образовавшими холм. Изображение карты Узбекистана, на котором голубыми линиями отмечено направление караванных дорог Великого Шелкового пути. В правом верхнем углу банкноты изображение герба Республики Узбекистан. В нижней части по центру рельефная печать со скрытыми буквами УЗ. Чуть левее надпись о законном платежном средстве узбекского сума. Рельефная печать с правого и левого края для незрячих людей в виде трех полосок и двух точек. В верхнем левом углу расположена цифра 2000, отпечатанная цветопеременной краской. Чуть ниже совмещающийся рисунок двухгорбого верблюда. В верхней части банкноты название банка-эмитента, а также обозначение номинала прописью
и цифрами, и серийный номер банкноты. На оборотной стороне банкноты в центре изображены руины древнего сагдийского города Пайкент, находившиеся в 55 километрах к юго-западу от Бухары. В 3-4 веках до нашей эры через Пайкент проходил караванный путь. В правой части изображены настенная лепнина, относящаяся к 8 веку до нашей эры, и бытовая посуда, принадлежащая к 3 веку до нашей эры, найденные в археологических раскопках в Арахше, Бухарской области. В нижней части банкноты пояснительная надпись о подделке банкноты карающимся законом. В левом углу верхней части дата выпуска 2021, название банка эмитента и номинал банкноты прописью и цифрами. Размеры банкноты 142 на 70 мм, доминирующие цвета красно-фиолетовый и светло-зеленый. Водяной знак, вьючный караванный верблюд. Имеется защитная металлизированная нить с микротекстом. Все надписи на банкноте на узбекском языке. И третья банкнота. Республика Молдова. Один молдавский лей 2015 года выпуска. На лицевой стороне слева портрет Стефана III Великого, также Штефан Великий и Святой, годы жизни 1429-1504. Государь, один из самых видных правителей Молдавского княжества, правил страной в течение 47 лет, боролся за независимость Молдавского княжества, успешно противостоял более сильным соперникам Османской империи, Польши и Венгрии. При правлении Стефана Великого Молдавское княжество стало значительной политической силой в Восточной Европе. Чуть левее от портрета надпись «Штефан Челмара», то есть Стефан Великий, с правой стороны от центра в круглой рамке герб Республики Молдовы, в нижней части также в круглой рамке отрывок стиха из баллады «Миорица», в верхней части банкноты официальное название страны Республика Молдова, в нижней части предупреждающая надпись о подделке банкноты преследуемым законом и номинал банкноты прописью и цифрами. С правой стороны на белом поле сверху логотип Национального банка Молдовы и дата выпуска 2015. В нижней части совмещающиеся изображения цифры 1, а также подпись управляющего банка и серийный номер банкноты. На оборотной стороне банкноты между двух вертикальных национальных орнаментов по центру изображен Свято-Успенский Каприянский мужской монастырь Кишиневской епархии Русской Православной Церкви в селе Каприяна Страшенского района Молдавии, расположен в лесах Кодр, 36 км от Кишинева. В левой верхней части орнамента династический герб Стефана III, в нижней части орнамента в круглой рамке стилизованное изображение колонны Траяна в столице Италии, в городе Рим, и бесконечная колонна румынского скульптора Константина Брынкуши в городе Тыргу Жилу в Румынии. С левой стороны на белом поле верхней части логотип Национального банка Молдовы, а также название банка эмитента и номинал банкноты прописью и цифрами. Размеры банкноты 114 на 58 мм. Доминирующие цвета коричневый и желтый. Водяной знак – портрет Стефана III. Также имеется защитная металлизированная нить. Все надписи на банкноте на молдавском языке. На этом я закончу свой сегодняшний обзор. Всего вам хорошего. До скорых встреч и всем пока.